Вот, всем привет, это Йося у нас. Он, короче, доколупался до меня, значит, будем пилить контент, да, Йося? А что делать? У меня как раз в YouTube зима, на улице холодно, снимать нечего. Да. Да? Да. Значит, будем пилить контент с тобой. Да. Короче, вот, кто хочет деньги скинуть Йосе, да, пишите в комментариях. Он вот такой вот. Всегда как бы разговаривать не можешь, да, Йоси? Тянет его. Да. Ну. Если кому понравится такой контент, то будем почаще записывать. Да. Как Гордей с Иванычем же записывает, да? Ну. Но. Йося, какой миллион ты говоришь? Да. 20 миллионов. Миллион, он подходит, спрашивает миллион. У меня нету, Йося, миллиона. А это банк, люди. В банке? Да. Ну это вот надо у людей спрашивать, наверное. Нет, банк, это есть. Есть? У него деньги в кулях. Расскажи, как деньги в кулях у тебя хранятся. Нет. Что, них не расскажешь? Да. Почему? Ну, Йоська. Короче, вот он подходит ко мне постоянно и говорит, дай миллион. А я где тебе возьму? Ты у подписчиков попроси миллион. Скажи, дайте миллион. Сюда скажи. А нет. Скажи, дай миллион. Дай миллион, 2 миллиона. 2 даже? Ну. Ну, 2 я не знаю, дадут они тебе, нет. Хоть бы миллион дали. Да. Че? Нет. Всё, ты пошел, что да ли? А куда пошел? В банк. В банк? Да. Ну, ё-моё. Тебе сколько лет? 63. 63? Да. Фига себе. А тебе лет? Не, да. 32. О, мало. Мало. А ты где? Че? Миллион лет много. Еще раз. А, нет, я. Еще раз скажи. А, тебе дать попробовать? Да. Да. А это тело. А это эти. Осьминог это. А тело. Типа кальмаров. Но вкусно, ешь. Классно? Давай еще дам. Не. Не надо? Не. Не хочешь? Ну смотри. Если что, приходи. Короче, Йося вот тут в перекрестке. Ну вот, получается. Кому коробки там вынести надо, да, помогаешь? Да. Кому что-то сделать там. Да. Ему копеечку платят или что-то товар какой-то дают. Да. А если хотите Йосе помочь, пишите в комментариях. Скину вам карту и все отчеты предоставим, что Йосе купим, да? Если, конечно, ролик залетит, а если нет, может, кому-то интересно будет? А где? А? Да. Все, пошел ты работать? Да. Давай, заходи. Все, пошел, ребят. Если вам интересен этот контент, пишите. Будем продолжать снимать.